Крупномасштабный проект дорожной инфраструктуры. Автомагистраль Губа-Гонакент наряду с обеспечением беспрепятственного передвижения граждан и облегчением грузовых и пассажирских перевозок будет способствовать развитию сельского хозяйства, туризма и промышленности в регионе. Реконструкционные работы продвигались здесь согласно указу президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Губа-Гонакент. Согласно требованиям строительных норм и правил, заложен фундамент и уложено асфальтобетонное покрытие. Создана современная инфраструктура с использованием дорожной разметки и пешеходных полос. Кроме того, проведены работы по расширению участка автомобильной дороги, проходящей через крутые обрывы в селе Тенга-Алты. В целом, сдача в эксплуатацию реконструированной дороги в Губинском районе будет способствовать дальнейшему развитию туристической сферы в северном регионе Азербайджана. Об этом в интервью CBC заявил исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгшмидт. Эта дорога внесет вклад в развитие туризма в северном регионе. Губа-Гусар-Хачмаз – это важные туристические направления Азербайджана и зимой, и летом. Зима уже наступила. В Шахдаге скоро стартует горно-лыжный сезон. Это направление в целом очень популярно среди отдыхающих. Министерство